Ситуацию в Сирии в свете решения России оказать помощь Дамаску в борьбе с террористами сегодня обсудили глава нашего МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что беседа состоялась по телефону. А ранее сегодня глава Госдепа заявил о том, что Вашингтон изменил свою позицию по поводу решения сирийской проблемы. В интервью CNN Джон Керри прокомментировал прозвучавшее на Генассамблее ООН предложение Владимира Путина. Инициативы Москвы, по словам госсекретаря США, открывают новые возможности для урегулирования ситуации в Сирии. Керри прямым текстом дал понять, что Соединенные Штаты больше не призывают к немедленной отставке сирийского лидера Башара Асада. Речь теперь идет об упорядоченном и постепенном процессе передачи власти, при котором Асад будет занимать пост в переходном правительстве. Мы изменили наш подход к этой проблеме, так как очевидно, что при нынешних условиях он не сработает. Нужен плавный и управляемый переход, чтобы не было опасений по поводу возмездия и потерянных жизней. А накануне стало известно, что министр обороны США Эштон Картер отдал приказ открыть линию связи с Россией как раз для обсуждения вопросов по Сирии. В Пентагоне уточнили, что сделано это в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече президентов Путина и Обамы.